Так, Юпитер. 9 декабря 2020 года в Харькове. Во сколько? 16:01 по Киеву. Вон слева видно выше Юпитера спутник. Сначала Европа, потом Ио. Ты посмотри, сбегал я, сбегал от ветра. Так и не сбежал. Снимаем мы сближение Юпитера и Сатурна, которое вот два спутничка на экране ниже и правее Юпитера. Это самый дальний Каллисто, за ним идет самый крупный спутник Юпитера Ганимед. Размером с Марсом, по-моему, между прочим. Ну и Юпитер. Да, ветер и здесь нас достает. Ну что ж ты будешь делать, а? Он умудряется еще со всех сторон одновременно, как тогда. С прошлого нашего месторасположения согнувалась бетономешалка. Как-то с собаками я еще мог бороться, понял, что против бетономешалки я не сдюжу. Пришлось ретироваться. Ну вот, пожалуйста, Юпитер и Сатурн. Насколько близко они сейчас сошлись на небосводе. Спрашивали, 21-го Юпитер сольется с Сатурном? Нет, ну конечно, ни в каком смысле не сольются. Они в физическом, они на очень разных расстояниях от Земли. Они на небосводе будут находиться рядом друг с другом, очень близко. Последний раз так близко находились 800 лет назад. О, вот вы мои красавцы. Один угловой градус и 10 минут. Тоже, конечно, угловых расстояний сейчас на небосводе между этими чудесными причудесными. Ну, то есть две луны поставь рядом друг с другом. И вот тебе, пожалуйста. Пошли на кольца посмотрим. Это настройки автоматические. Дымка очень сильно не дает нам рассмотреть никаких подробностей. В воскресенье все-таки были лучшие кадры. Его было значительно чище. Ну и мороз был не 2-3 градуса, как сейчас, а минус 10, минус 7. Посмотри, только навелся. На тебе ветер. Теперь он во фронт. Куда ты там ветром не прячься? Так, сейчас я попробую сместить треногу. Ну, кольца видно прекрасно. Миллиард 700, по-моему, миллионов километров сейчас до Сатурна. 860 миллионов километров до Юпитера. Я что-то запутался уже. Сейчас наговорю. Да. В общем, 21 числа они будут. Близенько. Юпитер со спутниками будет расположен как бы по диагонали на экране, а над ним будет
расположен Сатурн. Ну вот я в окуляр вижу кольца Сатурна, спутников Юпитера сейчас не вижу пока. Сейчас слишком светло, наверное. Пошли на Марс посмотрим. Нет, ветра надо куда-то прятаться, это не дело. Ты посмотри, уже вроде забежал куда мог. Он и здесь нас достает. Уже много дней подряд сильный восточный ветер. Но сейчас он какой попал. В этой яме. До Марса 105 миллионов километров. Вот это он. Он еще встает над горизонтом. В отличие от Юпитера с Сатурном. Сейчас найдем его. Вот он. Ох ты, елки-моталки. На бетонной плите снимаю и все соскользнуло. Спроснуло. Никак не получится. Удачной съемки Марса. Ну, к сожалению, это все, что можно снять при таких условиях. Да. И через час у нас будет МКС. Да. Было это у нас недостроенная троллейбусная.